Добро пожаловать, господа и дамы, это Сириус М. Второе пришествие. Так, ну что, мы остановились в долине Ягуара, где нам нужно раздобыть два Ягуара. Соответственно, да? Так, Сириус Бомба, как ее запустить? Где-то она у нас есть, по-моему, на G надо нажать, да? Нет? Хорошо, мы вас просто подожгем тогда, чего уж там зря только себе мозги парить. Так, давайте сходим, наверное, туда, где секреточка есть, якобы. Потому что разработчики любили впихивать их в самые невпихуемые места. Но мы туда сходим. Кролливуд. Отсылка к Голливуд. Холливуд, кра... А? 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 Ну ладно. О! Па-па-па-пам, па-па-пам. Та-та-та-там, та-та-дам. Отдыхать. Всем отдыхать, всем отдыхать. Так. А если друг оказался... Вдруг... Гори, гори, ясно. Птичка моя, я по тебе скучаю. Так, ладно. В общем, нужно раздобыть два символа Ягуара. Как это и было всегда. Но мы следим внимательно за камушком. Оп. Вот бандура так бандура, посмотрите, да? Вот дела так дела. Вот эта машина катится. Опасно, очень опасно. Но ничего, мы и это как-нибудь переживем. Не, ну конечно, эпик. Действительно такая машина. О, друг ко мне бежит, смотрите. Или он убегает от меня. Не убегай, друг, пожалуйста, друг. Так. Сейчас там товарищ есть один. Есть один товарищ такой не очень хороший. Ай, так. Давайте посмотрим, куда он укатится, в конце концов. Кролливуд, так. Все? Упс. Не то нажал. Спалить тебя нельзя никак, друг мой. Так, хорошо, давайте тогда сбегаем сперва до первого Ягуара. А потом уже пойдем к надписи Кролливуд. Так. Бронечку, чку-чку. Хорошо. Лестница, аж прям в глазах рябит. Не надо так. О, друг. Гори ясно, чтобы не погасло. И птичек я тоже поджарю. Отжарю девочек, женщин. Ну, это нормально. Так, в общем, сейчас не об этом. Пули. Пули, это хорошо. I smell some serious firepower around here. Да. Я чую где-то здесь огневую мощь. Очень сильно, да? О, блин, я сам чую здесь, походу, что-то не так. Так. Сейчас опять скример будет здесь, да? Технологии скример, нет? Слоупок. Так, ладно. Идем вниз, идем вниз. О, паутинка, смотрите, да? Горит даже. Ну, это, скорее всего, стена горит. Ладно. Так, firepower. I feel some firepower. Okay, firepower. Так, здесь сейчас будет арена бойня. Ну да. Я ж знаю. Как вы помните, с первого пришествия такие моменты всегда были. Что за тыквенный беспредел? Воу-воу-воу-воу, полегче! Хэллоуин и Рождество. Аккуратно, Хэллоуин. Почему Рождество, интересно, я сам не понял, конечно, но... Хэллоуин полегче. Так, это что такое? Что за стена такая сама по себе? Здесь что-то секретное, значит, есть, да? Да. И здесь тоже что-то есть, да, получается? Здесь нет, а вот там да. Хорошо, давайте попробуем пройти вперед и уже непосредственно посмотрим. Свесили ножки, главное, сидят, зубками своими блещут. Не надо! Так, хорошо. Что за мясо там? Что за мясо там? Реально мясо скатывается по лесенкам. К
Катится, катится, мясо к нам. Катится, 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 Сириуса прям. Так. Жили-были, тили-тили. Да что за там мясной аромат? Ягодка, ягодка, мясной аромат. Так. Так ты в меня не попадешь, да? Да, как, кстати, заваливает личка, типа, а, чё, у тебя другая сложность, чё-то здесь не так. Так чё, чё, поменял я. Потому что... Супер ущерб. Супер ущерб, тихо. Ёлка ломаная. Тыквенная пати у нас сегодня. Pumpkin party. Party pumpkin. Party girls. Что? Это что звук такой был? Не надо было так вот делать, пугать меня. Чего вы пугаете постоянно? Знаете, здесь какая-то волна тьмы прокатывается, да, по нам просто. Вот смотрите, видите? Опа. Сейчас поглотит нас тьма. Красиво сделано, объемно. Это реально огромный плюс для игры в плане эффектов. Так, это кончается, да, моя штучка? Моя штучка кончается. О, ягуарчик. Есть рыбки? А рыбки? А рыбок нет. Ну ладно. Ага. Так, хорошо. Если... Ну то баш... Ну да, 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 конечно. Воу-воу-воу-воу. Полегче, килечка. Желтый полосатик, стай, пешечка. Так, хорошо. Желтого полосатика. Как бомбу-то применять? Я уж и не помню. Красавчик. Так. Давайте подумаем, как это сделать, потому что я реально не помню, что там нужно нажать-то нам. Так. 5, 6, 7, 8, 9. А. I'm sorry. Ну ладно. Ничего, мы эту супербомбу всегда можем взять. В общем-то, кнопка цифровая. Кнопка с цифрой, в общем, действует. Ноль, по-моему. Так. Хорошо, берем ягуарчика. Воу-воу-воу, новый монстр. Эй, мы тебя ждали. И здесь здоровый этот камень. Па-па-да-пам, па-па-дам. И тень на воздухе. Хорошо. Какой-то биомеханический дракон. Что за отрыжка? Долина ягуара, золотой ягуар, самец. Ты добыл золотого ягуара. Похоже, это самец. В смысле, это точно самец. Я знаю, это видно по... Ну, ты меня понял. А, не обращай внимания, пошли в другой храм. В другой храм возьмем второго ягуара. Да, самочку возьмем. И потом мы их... Уэп-уэп-уэп. И все, и будет... Все добро. И будет добро. Добро. Тьма. Уходи, тьма. Не, мои любимые костлявые, мои любимые кириешки. Сириуса из Склира. Кириешки из Склира. Че, прикольно звучит. Кириешки из Склира. Пам-пар-пар-па-пам. А, так я ж не договорил, с чем связано-то мое изменение сложности. Мои измены со сложностью в этой игре. С тем, что... Реально не успеваешь сосредоточиться в плане того, чтобы рассказывать и вообще на игре любоваться, чтобы местами. На, там, сами разбирайтесь. Не до вас сейчас мне пока, поэтому я пошел. Дела, дела. К сожалению, дела. Так, а ну да, конечно, бычары пойдут сейчас, естественно, мы же знаем это все. Все, все один? Так, где-то здесь все-таки... Нет, не здесь. Пока еще не здесь. Так. О, женщины, женщины. Женщины. Быстро расквитались с женщинами-то мы. Хорошо. Вот здесь меня смущает. Текстура. Ну, он, видимо... Видимо, где-то что-то я... Может, надо действительно разбить статуэточки. Памятники. Так там
А, ну это они туда выбегают, поэтому что я там радуюсь-то. Ладно. Не суть важно. В общем, собираем все, что надо и не надо. Так, а вот здесь выбираемся наружу, и нас будет ждать товарищ новенький. New guy. Хорошо. На мостке ничего нет, и надо пойти сейчас на надпись кроли, вот как я и обещал. Упс, упс, упс. Ух ты, какой шаман! Шаман такой, что ли? Полегче шаман. Ох, лестница, конечно. Вот лестница. Реально ведь такие лестницы существуют. И в поверье было то, что там лестницы молодости назывались, насколько я помню. Вау. Да ладно уж так-то. Ну, не надо было так уж. Разъерепенился-то. Ну, стопэ, блин. Так, сейчас мы его завалим сперва, а потом посмотрим, кто это такой. Да ладно. С кириешки. Так, хорошо, давайте посмотрим. Бесовский демон-рептилоид или бесовский. Хладнокровный рептилия. Модифицированная примитивная раса. Еще один отвратительный мутант. Дело рук ментала. Примитивная, похоже на ящерицу создания с бесовии перы. В течение нескольких поколений подвергавшаяся скрещиванию мутациям, а напоследок усиленная титановым скелетом. Обладает уникальной способностью создавать миниатюрные черные дыры, из которых потом извлекает шары раскаленной лавы. Слабое магическое поле в течение некоторого времени может удерживать форму этого пылающего снаряда. В полете он постепенно остывает и в конце концов взрывается. Советы. Уничтожить снаряды невозможно, так что уворачивайся от них, пока не взорвутся. Смотрите, какой, да? Бесовский демон-рептилоид. Интересно. Так, мы идем в Кроливуд. Мы сейчас идем в Кроливуд. О, мой друг. Эй, Джек, бензопила. Техасская резня. Так, в общем, идем в Кроливуд. А потом пойдем уже за... Так, можно и туда потом спуститься будет. И там какие-то домишки, смотрите. В общем, много всего интересного здесь. Целая такая локация какая-то... Заманушная, честно говоря, локация. Угу. О, друзья. Мои друзья. Резня бензопилой продолжает... Ох, пошла жара! Мясо полнейшее. Ох, быки-то бегут. И безголовые бегут. Все бегут. Что, Динамо бежит? Все бегут. Ну, из какого движения? Трудовые резервы, так. Что-то я вспомнил про фильм «Джентльмены удачи». На досуге, наверное, пересмотреть надо будет. Уж очень хороший фильм. Так, идем туда. А мы идем с тобою в Кроливуд. Так, Кроливуд, Кроливуд, конечно, это хорошо. Давайте посмотрим, что есть в Кроливуде. Аккуратненько глянем. Тихонечко чисто. Что тут? Обнаружена секретная киностудия. Угу. Да ладно. Неужели в самом деле... Угу. У нас так просто туда никто не пустит, конечно же. По-моему, здесь больше ничего нет. Или вроде бы... В HD-издании, когда я играл, года, наверное, два назад, то вроде бы ничего там такого не было. Что-нибудь получится? Это просто плоские буквы. Да. Ага, ну да. Ну ладно, нет так нет. Что ж теперь, на нет и сюда нет, как говорится. Хотя... Варианты всегда есть. Чисто строгие такие. Так, ладно. Мест еще много, так что времени тоже навалом пока. Но хотелось бы просто оптимально все показать, то, что пока есть. Ну, это просто как ачивка. Если бы игрушка была в Стиме, то, соответственно, была бы ачивка типа «Эй, секретная студия! Кроливуд!» Так, в общем, на вторую сторону. А потом сходим туда. Наш любимый лестницы
я не знаю, сколько, 1000 ступенек там или сколько было написано, что-то такое. Когда я интересовался этими вещами, мне было интересно, как вообще там, какие ритуалы были у майя и у египтян. Для сравнения просто интересно реально было. То, по-моему, было 1000 ступенек, и, соответственно, кто пройдет все ступеньки, тот омолодеет. Буквально вернется в юношество. Что реально было здорово. Но... Ух ты как, забавно. Разлетаются-то наши куски деревьев. Да, физики, конечно, плюс явный после первого пришествия, хотя там послабее все это дело было. Ладно. А наша цель — забрать вторую ягуар-самку. Ягуаршу, получается. Ну, о. И потом можем как раз отсюда же пойти... Фуа. Не надо паниковать. Так, жалко... Да, мы отсюда сразу можем пойти в то место как раз. Жалко, здесь огнемет у меня сейчас кончился. Было бы гораздо удобнее, все-таки я привык к нему как-то. А, даже так. Блин. Ох ты, какой ушлый. Какой ушлый. Так, отправляемся, значит, мы. Пещерку. Есть. Для снайперской винтовки. Вот они, ягуары, смотрят на нас. Низ. Ой, блин. Тихо. А, понял, помню. Шипы. Долина ягуара, шипы. В этой комнате по всем стенам понатыканы шипы. У меня нехорошее предчувствие, Сэм. Что-то вроде... Ну, типа... Ладно, у меня все время такие предчувствия, но что-то в этой комнате происходит. Похоже, какой-то ветерок из отверстия в стене, и он меняет направление. Странно. Не могу понять, что это, но вряд ли это облегчит нам жизнь. Попробуй пройти прямо к двери, несмотря по сторонам. А, да-да-да. Помним. Так, давайте сохранимся на всякий случай все-таки. Это будет опасно. Так, побежали. Па-па-па-па-па-пам. Смотрите, как... That was close. Конечно, that was close, motherfucker shit. Ух, блин, как меня сдувает-то. Ух, реально страшно. Так. Уа. Супер плита. Секретная, так. Ну это тоже находилось случайно вообще. Да, в принципе, наверное, все это находили. О, блин. Так, аккуратненько. Это реально страшно. Так, что за... чуть не придавило дверью. Долина ягуара, светлый путь. Эти лучи образуют тропинку к статуе ягуара. Предлагаю с тропы не сходить. Скорее всего, в темноте тысячи кровожадных демонов только и ждут, когда мы собьемся с пути, чтобы содрать плоть с костей, медленно пережевывая. Ладно, достаточно. Теперь и мне стало страшно. Ну так нафига тогда было так говорить? Открой. Давайте посмотрим, когда тропинка к нам придет, световая. Тропа света, друг мой, ждет тебя. Ага, вот. Maybe I should follow that light. А может быть мне следовать за светом? Да. Сэм, да ты прям провидец, ёкала мене прям. Хотя можно было бы, конечно, и жару дать. Ну ладно. Мы уж как-нибудь так. Золотой ягуар. И снова ждет нас этот рептилоид. Мутант, монстр, перекрещенный, скрещенный по 100 раз. Так, ладно. Мы с ним быстро разберемся с помощью снайперской винтовки, к примеру. Это будет вообще не беда. И нас ждет 2 рюкзака. Так, хорошо, давайте посмотрим. Оба золотых ягуара. Замечательно. Парочка золотых ягуаров добыта. Осталось только вернуться на церемониальную площадку и посмотреть, что получится. Да, конечно. Ну, угу. А, ну да. А толку-то было по свету ходить? Если долго-долго-долго. Если долго по дорожке. Долго-долго-долго-долго. Можно в Африку прийти. Но мы не пришли в Африку. Что? Что это было?
А, вы здесь стоите, что ли? Так бы и сказали. Ох, беда. А вот у них голосовой модуль сзади, видимо, или что это? Dead body jump. Так. А эта хрень на меня не упадет? Надеюсь, что нет. Даже без света можно следовать, но в принципе ничего не поменялось. Ладно. Так, вроде бы все спокойно, секреток не замечено, хотя... Вот эта стена немножко меня смущает. Нет? Ничего такого нет, да? Ну ладно, ну ладно, ничего страшного, идем обратно, значит. Как-то подозрительно просто это все оказалось. Хотя, было бы чему радоваться, сейчас будет тоннель вот этот злосчастный, который я когда играл на высокой сложности, это была вообще беда какая-то. Хотя да, вот тут можно вот так вот варьировать твою дивизию. Хорошая вещь, хорошо придумана с гравитацией, конечно. Направо, налево. Так, тихонечко. Где у меня там снайперская винтовка была? Тихо, тихо, вот смотрите, чудак стоит, смотрите. Вай, там еще и зеленый. Отдохни пока, не надо бушевать, я пойду схожу туда, куда надо. Я только немножко, ладно? Напускали-то, напускали-то на газовали-то. Ой, хорошо. Так, в общем-то, да, затянулась, конечно, у нас миссия в горах. Кто? Так, а туда? Нас точно не пропустят. Если бы мы там, конечно, пошли, то, может быть... Хотя пока и здесь пускают, но здесь сейчас нет. Дальше уже не пропустят, я думаю. А может? В общем-то, секреты здесь где-то были. Ага. Давай. Секретная тропа, ты при всякой погоде. В общем-то, пока ничего не видать. Ну ладно. А знаете, чем напоминает рельеф мне в этой игре Black and White? Да-да-да, на который будет смотр, и на который будет, я думаю, прохождение даже, чтобы не было миллионов вопросов опять. А будешь ли ты проходить Black and White? Или хотя бы смотр? Конечно, конечно, как такие игры вообще нельзя упускать из виду в принципе. Так, ничего нет, да? Просто пусто. Просто пустая долинка. Ну ладно. Долина Ларисы Долины. Та-та-та-та-та-та. В общем, ничего у нас хорошего нет, в принципе, из арсенала, кроме снайперской винтовки. Бессмертие. Есть там на горе. И вы там на горе. Пусто. Пасхалочек никаких больше пока нет. И... О! Глючок. Ладно, в общем, идем за рюкзаками. За ранцами. За и саранцами. А мы саранцами, саранцами, саранцами. Побежали за ранцами. Так, Королевуд нам тоже ничего хорошего не показал. Там дымка какая-то прям. Так, возьмем награду и пойдем наверх. Сейчас поставим ягуарчиков. Ступени мая. Снова омолодимся немножко, так. Раз, два, три. Так, что тут у нас? Некий приемный механизм, обращенный к Солнцу, поворачивается строго, берет энергию от Солнца и разрывает дверь, конечно. Что может быть проще? Действительно, у Майи были такие технологии, подобные этой. Тут, конечно, ну, естественно, не точно, это же игра всего-навсего, но, во всяком случае, сие использовалось очень и очень активно. Болотный прыгун... С Ригеля Центавра. А, чуть ты вдруг появился там. Я же говорил, дверь открыта, хрустальный череп ждет нас. Пускаться на радостях в пляс рановато. Приготовься, без боя нас не пропустят. Никто и... Как бы...
даже и не... не стремился, в принципе, особо-то радоваться, потому что я знаю, что тыквы сейчас придут и прочие-прочие создания. Так просто нас не пропустят, это факт, неоспоримый причем, поэтому я уж как-то даже и... не знаю. Но я готов. Кириешки мои любимые. Так. А давайте попробуем бомбу. Хорошо пошло. Но там продолжают бежать наши друзья Склира. Кириешки Склира. Сухарики мои. Да что ж вы бесконечные-то такие. Еще и бегуны там тоже. В общем-то, мясо продолжается. Не все так просто, как казалось на первый взгляд. Бомба эффективна на небольших расстояниях. А здесь территории, конечно, значимые очень. Че там? Кто там? А, женщина. Ну что ж ты так халатно ко мне относишься? Так, давайте посмотрим, что сзади есть. Может, тут что-нибудь секретное найдем. Я принципиально не смотрю никакие Википедии, потому что, ну, блин, я вообще не люблю эти вещи смотреть, в принципе. Я лучше буду вспоминать сам. Или открывать, например, что-то самому. Гораздо интереснее, нежели прочитал и побежал на радостях. А, я теперь знаю, где что находится. Да, ну, куда там. Нет уж, лучше я как-нибудь сам. Обнаружен секретный склад с боеприпасами. Да ладно. Хорошо. Что-то больно как-то здание такое побольше. А, нет, все честно. Ладно, давайте сходим в другую сторону теперь, посмотрим, может быть, там что-то найдем. Да, долина, конечно, порадовала. Реально, времени ушло много на долину. Долина, темная долина. Я не знаю, там мистер Кредо, по-моему, пил что-то. А, это так, песни, которые раньше были популярны. Ну и потом, спустя, я эти песни еще слышал в 90-х уже. Получено секретное здоровье, да ладно. Ничего себе, я секретное здоровье получил. Пс, I did it again. Так. Let me speak from my heart. Нас пускают наверх и дальше не пускают, в общем-то. Все, жалко, ничего нельзя сделать вот с этим валуном большим. Видимо, что-то было. Кстати, интересную ссылку сбросили. А Serious Sam Origins, да, называется? Забавно, то есть люди восстанавливают... Ёголовы. Я, короче, потерялась. Гадя Петрович хреново. Так. Обалдеть. И что я там нашел? Что ты тут найдешь, Сэм? Здесь ничего нет. Хорошо. Забавно было все равно прогуляться. Секретный склад, да? Так, поднимаемся, в общем. И делают, конечно, любители этот мод. Мод нам покажет то, что было до... Ух, ё. До финальной версии Serious Sam Первое пришествие. И вообще все, что хотели разработчики внедрить в одну часть. То есть одна игра должна была быть не несколько пришествий и не несколько частей. То есть там должно было быть все. Первое пришествие, второе пришествие, вторая часть, третья часть вместе взятые в одной игре. Ну и там, соответственно, графика была, конечно, очень забавненькая. Но надеюсь, когда-нибудь этот мод выйдет. Хотя планировали на 2013 год, наконец, но уже 2014, поэтому ждем. О, череп. В общем, ждем релиз Serious Sam Origins и... Быть или не быть. Это реально крутой и серьезный вопрос. Да. В общем, ждем Serious Sam Origins, чтобы узнать, что было, какие монстры были удалены, и оружие, и локации. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Вот такая вот у нас получилась именно серия по долине Ягуара. Ну, не беда, мы встретимся с вами обязательно в следующей серии. А пока... Пока-пока, друзья!